40-летки на улице молодежной по струнке ходят. Шаг вправо, расправа, шаг влево тоже вроде бы. Туда-обратно семенятся пошками, как по подиуму. Они в развалочку, как ходили Платон с Аристотелем. Раньше были нормальными, а потом испортились, став древними от годов и от засыпающей смертью плоти. Не к ним теперь взывает родина и светят звезды. Влюбленные в молодость, эти огни в ночном воздухе. На улице молодежной бросили 40-летки ходить по струнке. А ты в капюшоне, как дементор, и руки в струпе. Где-то там, на улице ебучего рта, сидишь на картах. Чушка на руку жгут намотал на молодежные пацаны ебашат мышцу метаном. Пацаны ебашат вареники со сметаной. Пацаны ебашат 40-летов, пока сами не станут старыми. Учихляют поодиночке, учихляют и с бабами. На других улицах пацаны 40-летов избаловали. Это техника молодежи, кормит бесалык из дырявых ложек. Не стареть душой — это самое сложное. Это техника молодежи, кормит бесалык из дырявых ложек. В наших карманах лунные ножики. Не стареть душой — это самое сложное. Мы мальчики, носим дырявые маечки. Играем на впитках мальчикин, любите нас, тики. Мой свитер с оленями говорит о том, что я читал Анну Каренину. Или хотя бы смотрел сериал на канале Культура. О, ты такая умная, любишь группу Макулатура. И юмор в духе писателя Славы Зе. Но кричишь, что я гнойный пидор, когда у тебя ПМС. А я сжег паспорт, ты как бумажку для планта использовал твой полис у ФМС. Тот еще маргинальный элемент, продал родину за банку галет. Underground, то там бесплатно, ведь это звучит нескладно. И девочки не дают за этот скучный рэп. Только 40-летняя шалава Сабрина с площади трех вокзалов. И пусть она клево сосала, но от нее пахнет причином и сайрой. А там, где молодость, жизни нет. Yeah. Это техника молодежи, сыграй мне на флейте кожаной. Не стареть душой — это самое сложное. Yeah. Это техника молодежи, подрезать у бабки похоронные. Это самое сложное, но мы это сможем. Yeah. Эти битки для пацанов, как бах для тебя. Тут не любят Бахтину бахаться на турниках. Михаил Бахтин говорил, смеяться прикольно. Смеются французы, итальяшки, португальцы, комики. Я тунеядец, модненький, техника дабл тайм. Я в дабл пи себя заказал, респект на дабл кап. И теперь меня хуярит, как будто под феном. Я феном Джон Леном, люблю Эмилевскую лему. Меня посадят в тюрьму за растление малолетних. У меня как у Окси с 15-летним был петинг. И Петя Шипетин тоже на бурятке завис. А я люблю русскую бабу, хотя и киргиз. Как пьяный штангист, три подхода по сотне. Говорят о Садовой, брал кокаин Басота. Но я не верю, это браки, он же за Зе уже. Вова Галат подтвердит, Басота нюхает фен. Это техника молодежи, сосать в падике бомжу. Если ты хочешь быть модным, как Джуги или Доши. Это техника молодежи, дрочить алфавиту хуй. Чтобы стать таким же умным, как Виталий Пуль. Это техника молодежи, всем салют с книжной орбиты. И пусть после джойта мозги немного отбиты. Мы готовы пояснить, кто есть кто в мире фантастики. И рассчитать твои шансы на проеб по дискретной математике. Пока все выписывали шлюх, кидали зиги повсеместно. Я выписывал науку и жизнь, не жалею об этом, это честно. Здесь время все и всех расставило по своим местам. И ты, ебучая бывало, пялишься в метро в Инстаграм. По дороге домой к интернету и порнографии. Такой же, как все, гражданин путинской эрафии. А помнишь, недавно во сне летали? Во сне летали. Но теперь тебе уже за 30, и это детали. Уходят, лучшие остаются приспособленцы. Представители матерой квотры типа Леха Валенца. Так проплывающий мимо ладей без паруса. Догорают остатки твоего дырявого ануса. Это техника молодежи, в этом мире нам все уже можно. Не дожить до старости — это самое сложное. Это техника молодежи, в этом мире нам все уже можно. Не дожить до старости — это самое сложное.